вы-то радуетесь своему равноправию. А я все еще хочу, чтобы мне открывали дверь, дарили цветы и подавали пальто. Я бы даже пальто ради этого купила. Так, стоп. То есть, получается, ты хочешь сказать, что ты очень даже домработница, ты посудомойка, ты готова мыть полы, стирать, гладить, готовить завтрак, обед и ужин, растить и воспитывать детей, всегда выполнять супружеский долг. Правильно я понимаю? Если да, то не вопрос. И дверь мужчина тебе откроет, и пальто тебе подаст, и еще кучу всяких ништяков готов тебе подарить. А то обычно как у вас, женщин? Я это все хочу, но я взамен ничего не дам.